Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня собралась высаживать в открытый грунт, пикировать наши сибирские сорта. И хочу показать всем, вот это именно те сорта, о которых я говорила, что они растут в неблагоприятных условиях, что сибирские селекционеры специально ставят это во главу угла, что при пониженных температурах они должны хорошо расти и плодоносить. Вот я вынесла рассаду. Сейчас вам покажу. Вот это она до пикировки. Я ничего с ней еще не делала, просто посадила, и она у меня росла. Сейчас я ее вынесла пикировать, я ее буду уже в открытый грунт. В открытый грунт, то есть прямо на улицу, но под пленку, конечно. Тут вот 4 сорта, про которые, ну, некоторые уже нынче покупали у меня семена. Вот Демидов, Жаростойкий, Алтайский сюрприз и Настенька. Но они отличаются, просто форма и листа немного. Видите, у этих листья такие, у этих вот такие, немножко другие. Но все технические характеристики у них схожи. Что Алтайский сюрприз, что Демидовский. Они способны завязываться и давать хороший урожай, и вообще выживать при пониженных температурах. У нас сибирский регион, ночью 5 градусов, днем 10. Несмотря на это, я высаживаю их на улицу. И это для меня не эксперимент, это плановая ежегодная высадка. Вот эту рассаду я вырастила по заказу фермера, я ее отдам, но также я выращиваю и свои, потому что выращенные на улице, они очень крепкие, закаленные и не болеют. Когда я их высажу, я покажу вам, как высадила, и потом еще через 2 недели покажу результат. Описание всех этих сортов у меня есть на странице в Одноклассниках. В Одноклассниках, кто хочет познакомиться с сибирскими сортами, стойкими, выносливыми, заходите на страницу. Достаточно набрать Чернова Ольга, город Бийск, Алтайский край, 56 лет, и вы прочитаете все о наших сибирских сортах. Прекрасные томаты. Видите, какая рассада. Сразу хочу добавить, кто будет спрашивать, ничем не подкармливаю. Это у них такие сортовые свойства. Они очень толстые, сочные у них листья. Им не нужна подкормка. Я сразу делаю хороший питательный грунт. Им хватает. Все, до свидания. Ох, красавцы. Сейчас тебе покажу поближе.